Приветствую вас всех на этом мероприятии. Сегодня мы презентуем продукт Remark Pro. Это решение, которое позволяет автоматизировать бизнес-процессы в строительных компаниях. Данный проект представляет модуль продаж. И с помощью этого модуля я вот сейчас хочу показать, как можно эффективно управлять процессом продаж. То есть, прежде всего, здесь можно увидеть, все объекты недвижимости, которые находятся в стоке у застройщика. Здесь предоставлена также шахматка. Так. Здесь квартиры, может быть, парковочные места, либо коммерческие площади, они разделены по цветам. То есть красные – это проданные квартиры, зеленые – доступные, и желтые – зарезервированные. Тут интернет-соединение. Вот так. То есть каждая квартира имеет свои параметры, соответственно, планировку. И я сейчас вам хочу показать, как происходит процесс продаж. То есть здесь открывается такая форма, где мы можем сначала задавать цену. При необходимости можно сделать дискаунт. Так, здесь выпадает список уже созданных клиентов, значит, можно выбрать одного клиента. Далее мы выбираем тип продаж. Например, можно выбрать кредитные продажи. Соответственно, прописываем первоначальный взнос. И здесь мы получаем уже график, который сформировался в соответствии с заданными условиями. Далее можно выбрать контрактные формы. То есть программа поддерживает любые языки. То есть у нас реализованы сейчас на 4 языках. Это азербайджанский, грузинский, русский и английский. Так, из-за мышки тут немножко... Вот так. Вот, в конечном итоге генерируется контракт, который уже, в принципе, имеет все возможности даже редактировать уже заданные условия. Дальше мы сохраняем контракт в системе и завершаем транзакцию. Вот таким образом сейчас мы провели продажу квартиры новостройки. Далее, если мы вернемся в список должников, то мы, соответственно, увидим здесь должников, клиенты, которые приобрели квартиру. Ну, вот он. То есть здесь можно просмотреть график. График, который задан условием, также можно принимать оплату. То есть, когда мы проводим оплату,
когда мы проводим оплату, здесь необходимо выбрать кассу, может быть, несколько. И добавляем оплату. Как вы видите, вот эти, первоначальный взнос, который был оплачен только что, он уже отражается в системе. Помимо этого, доступно очень много различной аналитики, то есть можно делать репорты, то есть здесь можно смотреть эффективность кредитного портфеля, денежные поступления, ожидаемые платежи, деньги, которые не были оплачены вовремя. Ну и вот вся такая вот информация, которая необходима для эффективного управления. Данное решение имеет также облегченную версию без финансовых транзакций, то есть можно вести просто учет продаж, управлять стоком. Это рассчитано для тех клиентов, у которых финансовые операции ведутся в каких-то сторонних системах. Также у этой программы есть мобильное приложение, где все квартиры и все объекты недвижимости доступны. Соответственно, можно формировать коммерческие предложения и отправлять их уже потенциальным клиентам. Вот это наш первый продукт. Второй продукт также мы будем презентовать здесь, в Грузии. В ближайшее время это будет мобильное приложение, которое, в принципе, связывает всех риэлторов. То есть риэлторы оставляют свои заказы и предложения, и, соответственно, там идет автоматический матчинг. То есть если вы оставляете какой-то запрос, вы сразу же видите, какие офферы на сегодняшний день системы подходят под ваш запрос. И наоборот, когда вы размещаете свои офферы, вы видите, сколько людей в данный момент ищут что-то похожее. Таким образом, есть очень быстрая возможность связываться между собой. Ну, как-то так. Спасибо за внимание. Наш стенд здесь находится рядом. Будем рады ответить на все вопросы. Спасибо.